Говяжья печень тушеная с овощами и шпинатом. Блюдо простое, но вкусное и полезное. Шпинат не только дополняет печень ярким цветом, но наполняет свежестью и сочностью. Попробуйте! Говяжью печень, предварительно, можно замочить на 10-15 минут в холодной воде. Количество шпината и чеснока корректируйте по своему вкусу. Шпинат и чеснок не нужно тушить. В горячей сковороде шпинат станет мягче, а чеснок наполнит блюдо ароматом. Печень говяжья 300-400 грамм. Морковь, первая часть. Лук репчатый, 1 штука. Шпинат, 1 пучок. Масло подсолнечное, 3 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Перец черный, 1 щепотка. Чеснок, 2 зубчика. Количество порций 3. Подготовим ингредиенты. Печень промываем и нарезаем небольшими кусками. Сковороду разогреваем. Добавляем подсолнечное масло и выкладываем печень. Обжариваем 5-6 минут. Далее добавляем нарезанную морковь. Лук режем тонкими полосками, добавляем в сковороду, солим и готовим на малом огне около 20 минут. Когда печень и овощи будут готовы, добавляем шпинат и чеснок. Убираем сковороду с огня и оставляем печень со шпинатом под крышкой на 3 минуты. Остается посыпать перцем, и можно подавать к столу. Приятного аппетита!